Блин, не... О, откуда он взялся? Вы что, издеваетесь? Он прямо из земли вылез. Песочный, как его, паук, шант, что ли? Охренеть, вообще, я залезаю на гору, короче, тут опаснее. Ой, тут безопаснее, то есть, наоборот. Тут странные деревья, кстати. Прям вообще какой-то наркомания творится. Лёх, спаси меня, спаси. У тебя тут очень мило. Ты знаешь, да? Прям вот это дерево такое приятное. Слушай, я хочу дома из таких деревьев. Очень приятное дерево. Лёх, давай разведем березы где-нибудь, чтобы они везде росли. И строились дома из них. Да, там строится небоскреб, ну пусть строится, что сказать. Пусть строится. О, крипер, только нет, только не ты. Вот, сука, взял, взорвал. Вот, сучара, взял, взорвал нам дорогу. Ну, я сам виноват, конечно, что взял на него, напоролся так глупо, как нубас последний. В конце концов, правда, это все-таки могло и не случиться. А я прям попался. Придется отстраивать дорогу. Ладно, чё. Ты в железной броне ходишь, и от этого все дырки тут появляются. Из-за того, что ты криперов убиваешь. Таким образом. Каким таким? Вот таким. Мы до замка дошли. О, тут криперчанский. Молодец, блин. Мы даже замка так никогда не дойдем. Если бы не Рома, все бы мертвы уже тут. Короче, рейд. Ага, рейд до замка, да? Охренеть, там замок целый. Вот. Как в World of Warcraft, короче. Да там целый замок. Замок? А в World of Warcraft надо захватить замок? Я помню, был БГ, где нужно захватывать, да. Я даже такого не... замок, а там крепость такая, что ли. Тут даже мой маяк стоит. Одна защищает страна, а другая нападает. Ну там что за замок такой? Это ретри зомбачка. Они тоже хотят захватить замок. Видишь, с мечами идут на него. О, я... Охренеть, мне написали Кирилл с одной буквой Л. Вот первая очка. Вот первая очка! Какая еще очка, наркомания? Я понял, он хочет, чтобы я заприватил замок. Не, сначала я посмотрю, стоит ли этот замок приватить. Бля, пиздец какой-то. И для чего этот замок тут что нужно? Что это за огромные просторы? Но он красивый, надо заметить. Довольно-таки эпичный. Но что тут делать в этом замке? Арену устраивать? Ну, залезь наверх, вон, смотри, там есть этот... путь. Лестница, пошли, залезем. Сверху-то будет другой вид. Конечно. Вот так... Надо его заполнить чем-то, я не знаю, а то тут какой-то он пустой довольно-таки. Какие-то лестницы тут такие. Ну, это пока фундамент-то, ну. А, Рома с другой стороны залез. Так, круто. Ну, тут даже криперы ходят отлично вообще. Не криперы, а зомби. А тут вообще, видишь, океан? Вот туда поплывешь и умрешь. Ну, это вот ты не знаешь. Я-то туда уже плыл. И не смог найти ничего вообще. Очень долго плыл и ничего не нашел. Ну, в океане вот люди когда плыли. Ты думаешь, что они тоже такие плыли такие, ну ладно, пацаны, назад повернули. Ты сейчас Кристофора Колумба вспомнил, что ли? Нужно до конца, ты должен открыть Новую Америку. Может, ты откроешь земли плодородные, обогащенные, там, я не знаю, алмазы будут расти на деревьях. Тут же вообще маленький остров, да, был вроде как? Замок стоит на воде, можно сказать. А тут вот есть вот. Да? Вроде да. Понятно. Ну ладно, надо его защитить от всяких злых, непонятно кого. Хотя злых тут в этом мире нету людей. Есть только Алексей Попова, они злые, нет? Ну, отчасти. Вай, ну. Ну а чё, бургеры купил бесплатные, даже мне не дал, не поделился. А как я тебе дам, там только один бургер на одного человека? Один бургер на одного человека, ну. А ты чё, его съел? Естественно, ну, ты чё. Ну, наркоман. О, тут вот драка! Я не пойму, или меня кто-то стрелял. А Ром, прикинь, знаешь, что попалось ему в лук? Он его зачаровал, ему попалась штука бесконечности. У него бесконечные стрелы теперь. Ну, это круто, это очень круто. Па, паук! Паук, смотри, куда он залез! Я тебе говорю, вообще паучар. Ладно, сейчас надо приватить, но чувствую, ночь будет мешать. Смотри, сколько там. Воу-воу-воу, армия прям какая-то. А замок не запривачен, не приводи их сюда. Ну, сколько здесь ресурсов и камня потрачено было? Вот он и под этим зданием, под этим замком, знаешь, какую огромную штуку вырыл? Вот вообще опасный какой-то домик. Иду к домику, и дорога из грязи к нему ведет. Это нормально, нет? Ну, это... Захожу в этот дом, короче, а тут грядка из 6 клеток. И пол из грязи полностью, и кровать стоит одна посреди громадной области. И крыши нет над головой. Это самый странный дом, который я когда-либо видел. А в уголку стоит ящик. Ну, начальник, ну чё? Нет у человека ресурсов, а нужно же где-то, не знаю, место, где можно сохранить себя в спокойном мире. А зачем море его создал, этот домик?
Потому что вся идея этого именно в море, потому что море это, знаешь, для таких, для горячих парней, которые необычные, знаешь, да, которые ищут приключения на свою голову. Знаешь, такие, которые готовы на все ради приключений. Слушай, и я знаю. Понимаешь, он лишь отыгрывает роль. Ага. Построил дом в море, да? Естественно. Вот плавучий дом. Строил в море дом. Дом плавучий, да, в море, да? Ты нормально. В море строил дом? Нет. Потому что ты домосед, постоянно сидишь дома, и тебя никуда не тянет или приключения. А тот единственный раз, когда мы пошли в поход, и ты провалился вместе с камерой, это не считай. Куда я провалился? Вот меня куда-то стреляет! Вот это мне не нравится! Вот это и не нравится! Какие нахер приключения, когда тут стреляет тебя? Говорю, потому что ты домосед. Че, при чем тут домосед? Меня начали стрелять. Я отправился убирать эту дорогу и уничтожать этот дом, а меня начали стрелять. Ну, это ничего не очень. Зачем меня начали уничтожать? Я сейчас отомщу, я приду. Я потому что ненавижу дома из грязи, поэтому я уничтожил дорогу из этого грязи, собственно. Теперь у меня операция вода. Операция. Вот. Я, короче, все. Я ухожу. Я ухожу. Больше не буду. Я плыву к крепости, она спасет меня от этих злодеев. Обязательно спасет. Может, я найду в этой крепости что-нибудь новенькое, может, там Рома что-нибудь поставил, а не просто оставил ее как громадную пустоту. Все возможно. У него тут в крепости три крипера сидит, это нормально? И эндерманы ходят. На второй этаж там поднимается, нормально, да, вообще это? Я не хочу их взрывать, я не знаю, взорвутся они или не взорвутся. Отлично, они взорвались. Ну все, молодцы. Порушили крепость. Я пойду починю. Я починю ее. Потому что нехорошо так делать. А я хороший человек. Отлично, я не могу ставить сюда блоки. Ну и ладно, плевать туда, я пошел. А черт, тут везде криперы. Нет, не нравится. Вам Мамжемстер Джойн за гейм написано. Так а это... Страшно. Вон тебе пишут ку. Ку-ку-ку. Ку. Короче, ладно, я буду в башне сидеть. Я не могу отсюда никуда уйти, здесь страшно слишком везде. То есть в крепости. Ой, тут наверху даже спокойно, так тихо. Ой, даже можно наверх подняться. На самый верхний этаж я поднимусь. Посмотрим, что будет. Че, стих выучил, нет? Выучил стих? Надеюсь, ты выучил стих. Ну а я сижу наверху и наслаждаюсь видами. Они в моем замке появляются. Они вот его осаждают ночью. Леша, видел? Свет надо поставить, потому что. Я заходил туда ночью и взорвал одного из криперов случайно. Блин, теперь залезу, у меня же блоков нету. Я же лестницу не построил в своем здании. Просто винрарно. Это что, будет просто дом и все? Или что? Нет, ну там внутри такое что будет. На каждом этаже все будет. Сделал бы магазин из этого. И, может, и сделаю магазин. Это намного было бы разумно. Разумнее. Охереть, блин, пиздец, там все взорвал, сука. Просто захожу, а там дыренька. Я тебе говорил, они сервак взорвут. Бля, пиздец какой-то. Охренеть, блин, все стекло, сука, сломали. Бля, просто взяли, сломали все. Вот сучар. Если там сейчас опять кто-нибудь, еще один крипер наверху, я просто обрадуюсь. Просто взял, дырку сделал. Громадную такую дырку. Как будто сюда один метеорит упал. Блин, козлы. Нет, коровы. Ха, козлов-то нет в игре. Вкусно. Тут просто армия идет каких-то. Слушай, у меня реально количество мобов уже вымораживает. Сколько их можно? Вчера сразу три зомби в кольчуге было. Это что за хрень? Одновременно. В кольчуге? Да, в кольчуге. Сейчас какой-то в фиолетовой броне. Что это за фигня? Зомби в фиолетовой броне. Чё-то у меня так много всего в инвентаре. Ой, дай мне все это. Вау, тут все взрывается. Что? Блин, сучары. Просто стреляют без предела. Лол, прям вышел зомби из зомби. Ну что такое, ну? Зомби из зомби. Они играют в... Во что? Ты понял. Блин, зомби уже в бронях ходят. Battlefield. О боже, у них здоровье кончается. Точнее, у меня. Battlefield. Battlefield? А, точно. И резаются друг на друга. Да-да-да. Нормально. О, морковку нашел. У зомби.
По-моему, этот не запривачен. Я уже даже не помню, какой из чего у меня запривачен, кто не запривачен. Ты про сундуки? Или надо, короче... Я про печки. На печке зачем приводить? Я бы дверь закрыта. Все, я закрыт. Зачем пачки приветить? За. Зачем пачки приветить? Приветить. Да, приветить. Сука, это дырень, громадная дырень. О, тут реально дырень громадная. Смотри, она куда-то там... Жесть. Куда-то она там проходит, я сейчас попробую туда экспедицию провести. Я убрал воду. Я убрал воду. Лол, она тут куда-то воду реально упал. Падает, лол. Я где-то оказался. И тут пещеры наши, походу. Вау, это, кажется, все связано. Вот. Надо это заделать как-то. Тут прям... Тут можно пройти куда-то еще. Вау. И тут тупик. Ну ладно. Мы где-то оказались. Короче, убирайся. Надо выбираться. Ой, песок падает. А как выбраться? А, я выбрался. Восьминоги. Блять, там тысячи. Чё их так много? Чуваки, не стреляйте. Сейчас я ему удар сверху. Вау! Вот это токсический дрифт. Российский дрифт. Российский дрифт. Ага. Так, ладно, я всех убил. Там какая-то наркомания. Прям паук дерется со стрелком. Я тебе серьезно говорю, у них разборка. Я даже не знаю, кто выиграет. Они стреляют друг друга. И в итоге выиграл стрелок. Поздравляем, стрелка, и я за это тебя убью. Всё.